Республиканский турнир по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича Шукевича собрал в этом году более 200 спортсменов из России, Украины, Польши и Беларуси. В течение 3 дней будут отбираться лучшие метатели молота, диска, копья, а также асы в толкании ядра. Это уже 30-й юбилейный турнир по легкоатлетическим метаниям. Раньше он проводился на призы Евгения Михайловича Шукевича. Но так как Евгений Михайлович умер год назад, поэтому сейчас эти соревнования проводятся в памяти Евгения Михайловича Шукевича, заслуженного тренера Советского Союза по метанию. Соревнования в этом году отмечают свой юбилей – 30 лет со дня проведения первой спартакиады. В свое время, участвуя в состязаниях, на берестейских площадках побывали легенды белорусского и международного спорта – Игорь Остапкович, Элина Зверева, Надежда Остапчук. Сегодня молодые спортсмены показывают только лучшие результаты, тренируя в себе выдержанность и желание идти вперед. Среди первых названных качеств и целеустремленность. В первую очередь целеустремленностью я достигла 15.50, ну почти мастер, там 15.70 у нас мастер. Хочу сейчас добраться на мир в Юджин в Америку, ну если получится, вот на следующий соревнование постараюсь добраться. Пока что только матчевая встреча в Турции и на Украине, 3-е место у меня. Все. Ну и республика, чемпионка республики многократная, все. Первый турнирный день показал, что молодые спортсмены рвутся в бой за новыми победами и вершинами. Уже сегодня был разыгран 1 комплект наград. Впереди еще 2 дня соревнований, участие и победа в которых позволит молодым людям участвовать в ведущих европейских и международных первенствах.